Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня с вами хочу поделиться простым, но очень вкусным салатиком. Если вам интересно, как он готовится, оставайтесь со мной, будем готовить его вместе. Итак, что же нам для него понадобится? Одна баночка рыбных консерв в собственном соку, две отварные картофелины, два маринованных средних огурца, половинка лука, две достаточно крупные морковки, два отварных яйца и 150 грамм фасоли. Можно отварной, можно консервированный. Соль, перец и майонез. Приступаем. Картофель нарезаем кубиками. Рыбу выкладываем в салатницу. И разминаем вилочкой. Сюда же отправляем картофель. Также кубиками нарезаем морковь. Добавляем фасоль, перец, немного соли и майонез. Все хорошо перемешиваем. Ну что ж, салатик готов. Надеюсь, что вам этот рецепт понравится и пригодится. А я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Всем до свидания и до скорой встречи!